Продолжаю запись. Сейчас я буду недолго, где-то минут 15 поиграю. Загружаемся. Версия игры 0.17.52. Факторио игра называется. Сложность нормальная. Время игры 2 часа 52 минуты. Что у нас есть? У нас есть 3 работающие лаборатории. Сюда надо... А, пушка есть. Пушка есть. Здесь нет пушки. Придет, придут монстрики сюда. Здесь тоже поставлю пушку. Пригодится. Патрончиков немножко поставлю. Ну, где зеленая бутылка? Вот она идет, зеленая бутылка. Почти что полная загрузка 3 лабораторий. Нет, полная загрузка. Нет, почти что полная загрузка. 3-я лаборатория периодически выключается. А потом опять включается. Это значит, что можно добавлять производство зеленых бутылочек. Логистический научный набор называется. Сет. Набор, а пак... Пак это комплект. Наверное. Ту-ту-ту. Железа, смотрю, хватает везде. Да, железа везде хватает. Ставлю фабрику по производству патронов. Вот тут недалеко. Патрончики будет производить. Железо буду транспортировать. Ой. А как это сделать? Ну, вот так. Ой, так. Вот так вот, а. Ставлю конвейеры. Подземный еще разочек. Конвейер. И подвожу электричество. Все, патрончики будут производиться. Теперь у меня непрерывно, они мне будут нужны в больших количествах. Скоро. Через несколько часов игры. Ну, вот они будут. Сколько делается? А. Один магазин делается за 4 железа. Так, чего у меня профицит? Все, профицит. Не знаю, чего профицит. В общем, я буду... Я добавлю еще одну фабрику с логистическим научным комплектом. Логистический научный комплект. Увеличу производство. Хватит так? Хватит. Так. Вопрос, как я это буду делать? Тук-тук. Сюда надо подводить 2. Товара. И подводить я их буду. Так, это я буду вот так делать. Так. Конвейеры. И теперь инзертеры с помощью... О, мне нужно сделать подземное железо. Где мне железо? Железо где взять? Вот у меня есть ящик. Ведь 10, 15, 20, 25. А почему нет? Пригодится. И
А где зеленые? А, вот здесь. Беру это. Это. Ой, вот так. Все. Или не все? Да, пусть так будет. Косичкой. Будет косичка. Ой, а забирать как? А забирать вот так. Ну, производится? Производится. Ну, теперь у меня две фабрики работают. Косичка из конвейеров у меня. Они будут у меня переплетаться. Да как-нибудь. Неважно. Тик, пушку поставлю. Пушка пригодится. Где поставить? Вот тут. Патронов немножко. Да, пушки надо тоже, наверное, вставить. Поставлю-ка я пушек в фабрику. Из чего они делаются? Или так буду производить вручную? Они делают недолго. Ой. 7-8. Минута. 2 минуты. Да, буду вручную делать. Много не надо там для них. Так, как у нас печки поживают? Посмотрим. Так, угля добавить. А я запись видео включил? Вроде да. Ну, сталь производится, все производится. О, автосохранение только что произошло. Так, что пропустил? Где печку пропустил? Здесь, наверное. Все. Это загружено у меня теперь. 49. Чего 49? А, 50 же. Стек 50. Ну, хорошо. Меди расход небольшой. Это я куда хотел, я не помню. Никуда не хотел. Напрасно поставил. Так, ну что, хватает ресурсов? Хватает. Поставлю еще одну фабрику. Буду ставить, пока есть профицит ресурсов. Так, подведем. Конвейеры. Как я это умею делать? Ой. Не ту кнопочку нажал на клавиатуре. Вот так я умею делать. Кнопки путаю. Так, этот подъехал. А тут как? А, нет, так не прокатит. Надо сделать сплиттер. И тоже. А, нет, тоже не прокатит. Блин. Тут-то как сделать? Ну, вот так пусть будет. Угу. Три фабрики уже у меня работают. Исправно.
Подумать только. Не думал я, что так это все, вот, в общем-то, складно получится, легко и непринужденно. Так, посмотрим загруженность. Прокачусь я с этой третьей бутылочкой лишней. Посмотрим, насколько загрузится у меня лаборатории теперь с этими тремя фабриками. Все лаборатории загрузились. Можно ставить еще. Удивительно. Уже есть профицит. Неожиданно для меня. Поставлю еще лаборатории. Ой. Одна. Железо опять закончилось. Куда оно все девается? Поставлю еще 5 лабораторий тогда. Или слишком много? А, я же хотел фабрику поставить по производству пушек. Точно. А, нет, не хотел. Передумал же. Ой, так. Давай, инвертер, работай. Угу. Пошел я за железом. Возьму немножко. Построю еще 4 лаборатории. Да, строятся они долго. Покажись, покажись. Яви себя. Буду нажимать, пока не появится. Появилась. Так. Опять этот столб. Ой, куда я нажал? Хм. Здорово. Интересная штучка. Так. Заработала. Еще. И поставлю пушку потом. И проверю, как там жуки подобрались ко мне. Не подобрались. Да что смотреть. Увижу, когда нападут в первый раз, в каком месте. Вот. 3 завода обеспечили работу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, где-то 6 лабораторий. 7. А может быть и 8 даже. Ну все. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 лабораторий построил я. Очень даже получится быстро у меня получить вот эти бешеные 1000 бутылочек для исследований. Так, сколько я уже играю? Я же планировал немножко поиграть. Но еще 2 минуточки. Или нет, еще минуточек 5 и все. Построю еще пушки, пока есть. Медь нужна, чтобы пушки строить. Где медь? Покажите мне медь, ядрёна медь. Ёж вашу медь, где она? А, вспомнил. Давно ставил в сундук. Забыл я сундук с медью. О, у меня же радар тут еще работает. Посмотрим, сколько радар открыл. Электричества не хватает. Я забыл, что у меня всего лишь один бойлер. Надо поставить еще один бойлер. 3. Один бойлер и 3 паровых машины.
Мне нужно железо опять. Что ж такое дефицит железа постоянный? Смотри. Трубы есть? Труб нету. А пригодятся, нет? Не знаю. Сделаю. Инвертеры есть? Маловато. О, а эти инвертеры мне уже не нужны. Откуда они у меня взялись? Не знаю, откуда взялись. Потом буду разбираться. Так, ресурсов хватает? Ну вот. Инвертеры поступают и конвейеры поступают. Все поступает. Подумаю только, я могу даже поставить четвертую фабрику с зелеными бутылочками. Сколько времени у нас производится? 6 секунд одна бутылочка делается. А, потом я сделаю исследование, которое называется ускорение исследований. Лаборатории начнут быстрее работать. Будет экономиться энергия электрическая таким образом. Я смогу поставить больше уже действительно фабрик, которые производят зеленые бутылочки. Так, пушки доделываются. Сейчас я поставлю, пойду бойлер. Уголь я взял с собой немножко. Оборону поставлю. А, вот. Еще один бойлер где-нибудь здесь поставлю. Трубы нужны. Ай. Бойлер-то я могу поставить, а трубы... Кот еще орет. Тимка орет. Где вода? Вода здесь. Бойлер поставил. Сейчас подожду, пока трубы сделаются там всякие. И паровые машины, паровые генераторы. Так. 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 Трубы, давайте, трубы, появитесь. А, вот, труба. Да, я сделаю подземные трубы. Ярлык нужен? Нужен. Уберу это. Поставлю это сюда. А это поставлю сюда. Ну что ж, посмотрим, что получится. Дотянется? Дотянулся. Замечательно. Так. Пар, вода. Кот орёт, ух. Все. Я все сделал. Сейчас охрану поставлю и пойду уже отдыхать. Скоро сынок придет из детского садика. Нянечка его приведет. Не успел. Останавливаю запись.